В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Здравствуйте! Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарный лежачий фальц. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон, с правой стороны, если смотреть от меня, мы сделали отгибку 45 миллиметров или P-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 миллиметров. Это малая отгибка для G-отгибки. Сейчас и мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальца на P-отгибке и ослабление фальца на G-отгибке. Ну а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд, колледж водных ресурсов, профессионально, качественно, 15 дней в оборудованной кровельной мастерской, телефон на экране.